Здравствуйте, мои папочки, я вас люблю. Всем привет, сегодня мы играем в новую игру, детскую. Ксюша у нас маленько приболела, да, Ксюшенька? Поэтому мы сегодня дома, и завтра, и послезавтра будем исследовать новые игры, да, рыбы? Клубничек. Клубничек, надо тебе самую маленькую найти. Видишь, она большая, средняя, еще поменьше. И надо самую маленькую найти. Где? Вот он. Вот она. Один, давай считать. Один, два. Три, четыре. Так, цифры три нету. Где цифра три? Знаешь, как выглядит? Ты, наверное, не знаешь еще. Вот она. Молодец. Давай, давай, давай. Нет, нет, ну вот же у тебя свободный ячейка. Ура! Так, а тут я не знаю. А, надо синий. Видишь фигурки синего цвета? Тебе надо синюю фигурку поставить сюда. Где внизу синяя фигурка? Вот. Тут здесь синяя фигурка. Нет, это не надо. Вот здесь синяя фигурка. Вот. Видишь? Квадрат. Вот. Теперь надо. Как выбить? Я не знаю, как тут выберем. Давай вот эту поставим. Может, вот это? Может, это? Да, правильно. Молодец. И... Надо среднюю рыбку выбрать. Маленькая. Нет, маленькая вот есть. Давай, ставь какую-нибудь. Маленькую не надо, вот эту тоже не надо. Из этих двух выбирай. Вот большая. Большая вот стоит, вот, вот эту, наверное. Молодец, ура. Яблочко. Четыре яблочка, где? Это два. Два яблочка. Нет, не подойдет. Ну ты считай яблочки сколько. Один, два, три, четыре, пять. Где ты пять увидел? Ну четыре яблочка. Один, два, три, четыре. Вот, пять. Молодец. Вот эту ставь. Не пять, а четыре. Какая четыре? Фиолетовую фигурку. Надо снизу выбрать. Снизу бери фигурку фиолетовую. Нет, это зеленый. Какой? Видишь, какой тут цвет? И тут такой же надо поставить. Вот, молодец. Шаришь? Да. Аккуратно. Ну, это компьютер, да, Ксюш? Да. Молодца. Нет, надо... Какую? Чуть меньше среднего. Вот это. Вот это, да, попробуй. Молодец. Цифру 9 надо выбрать тебе. Давай в другую. Да. Стой. Что-то у нас еще есть. Ёжик? Да. Так, что надо собирать? Шишку. Фигурку. И морковку. Умница. А кто там сидит на ветке? Вова. Сова. Или это филин? Кубичка. Умничка. Все положено. Молодец, давай. Давай другой чайник. Что-то у нас еще две игры, по-моему, у нас тут три игры. Снеговика давай лепить. Или что тут делать с ним? Да, снеговика лепить. Вот у тебя шарик. Какие? Какие, какие? Вперед, какие? Все. Давай дальше, какие. Следующий шарик. Мама. Ну, туда-сюда, мама там. Давай. Туда-сюда делаем, чтобы шарик получился. Давай-давай делаем. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Еще, еще. Все, переноси. Все, теперь надо голову сделать. Вот. Туда-сюда вводи. Третий шарик катай. Чтобы головку не сделать.
вкусное, ничего страшного. Так, надо. Иди. Он не перетаскивает его. Какой выберешь? Может, ведерко, да? О, морковка где? О, ручки. Парышки, выбирай любые какие-то. Какой у тебя красивый снеговик получился. Все шарики попало, да? Это я кипела. Так, давай дальше. Так, носочки у нас вон остались. Да. Грязные носки надо закинуть. Может, машинку нажми, наверное, сначала. Надо открыть его. Во, давай. Давай стирать сейчас будем. Чего пришлось так? А что, мы сейчас резко так, оп, все. Так, что надо сделать? Ой, чупай. А, надо по парам их. Стоп, сейчас папа поймет, что я делаю. А, вот, их надо, смотри, по парам отцепляешь. Вот, все, ищи пары. Одинаковые. Где второй? Все, ты нажал, ищи второй. Вот. Сюда, да. Молодец. Желтый где? Ну и последний. Нажимай. Все. Еще сколько много их. Ну давай, ищи пару. Ну давай вот это закончим. Да. Давай продолжи. Я умею. Что ты умеешь? Давай помогу тебе. Красненький нажимай. Нажимай. Я умею. Ну, нажимай вот этот. Второй сверху. Все? Все? Давай, там еще одна игра осталась у нас. О, класс! Вот так надо по кругу нести. 1, 2, 3, 4, видишь? Вот так. Как с бобром, помнишь? Отсюда сюда теперь веди. От двоечки к троечке веди. Вот. Дальше веди. Да. Солнышко. Улыбочку мы нарисуй. Вот так. Вот еще. Ура, солнышко. Солнышко. Вот как хорошо получается. Мой дом нарисовал. Мой. Да. Вот отсюда вниз. Ты же правильно начала. Вот теперь вот так. Нет. Оттуда? Сюда. Отсюда, Ксюша, показывай. Клапик. Давай. Корабль, да, у нас сейчас получится. Клапик. Снизу, сверху вниз, ага. Парус надо нарисовать. Вот. Теперь вот так. Вот отсюда. Вот.
Да, хорошо так получается. Это... Молодец. Спасательный круг. Да. Вот так сюда. Вот начало. Я буду сюда. Вот ты идешь, видишь? Флаг. Желтый флаг, да? Говори, до свидания, мои любимые подписчики. Я потом один. Всем пока. Всем пока.